дети. Подожди. Так, где начальник? Пожалуйста, позовите начальника. Я начальник. Мама, это выдержала? Вот это, пожалуйста, можешь? Вот посыпочная, почему пустую? Это мое. Ты вообще руки помыл? Я помыл. Эй, кто туда поставил бусинку? Говорю, это мое. Вот сюда, 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 сюда. Посыпаем. Майор, майор! Вот это мое. Зачем ты так много делаешь? Хоть семь будет. Нормально. Да, нормально. Какой красивый. Как получилось, да, скажи? Вот отсюда, если лишнее, можно прямо вот сюда вот резко перекинуть, да и все. Экономия. Экономия на производстве печенек. Вообще это творчество, а в творчестве иногда экономии не бывает, а иногда наоборот. Ничего, получается творчество. Да блин, Марьян, ты просто вот так возьми и вот так сделай. Можно вот так делать и вот так. Джанет, а ты что не встановишься в посыпочную? Это ж твоя идея фикс была. Это Джанет, она наблюдает. Я его не съедаю. Нравится. Начальник я его наблюдает. Не съедаю. Нельзя кушать еще. Пусть вот эти вот кушать можно, Ева. Нет. Нет. Джанет! Отсюда уже? Джанет, ты будешь дальше это? Джанет сейчас может разобидеться. Или нормально все, Джанет, у тебя? Они там плавают вместе. Все хорошо? Все плохо? Боже. Давай мы тебе отдельно дадим кисть. Бери, Джанет. Что уже? Моя рыбка вот эта сумма. Держи тарелку. Я могу нашипать в тарелку и потом окунать их туда. На, да. Ну, будет сложно, мне кажется, окунать. Все, хватит, этого достаточно. Все, теперь. Белый красивый получился. И окунать. Это как новогоднее. Ага, новогоднее. Рождественское вот. Печенье. Ну, все равно можно, Джанет, вот так. Ой, сколько еще. Здесь много. Ага. Смотри, все-таки надо еще. О, смотри, плюхайся. Тут, кое-где не посыпалось. Джанет, да. О! Марьян, добавьте Джанет. Шарики. А можно я попробую? Да че? Есть не надо. У каждого... О, короче. На, помажь. Будешь мазать? Да, отойди. А потом то ли отсюда, то ли берешь, какие хотела. Нет, вот еще вот такие вот нужно добавить. Ну, еще сготовить. Да не надо. Все там уже. Да нет. А, я это переворачиваю. А где с медом? Вот с медом. Вот, которые блестят. Вот это же просто обмакнулся. Это звездочка пьяная. Кстати, это я выбрала. Пьяная. А вы знали, что я выбрала эти посыпки? Да. Пьяная вишня. Есть. Что это такое? Можно? У нас есть пьяная звезда. Кто это делал? Это моя печенька, это моя. Это моя сумма. Вот это мою я сама ее сделала. Да, выкладывайте сюда, которые готовы. Я не знаю, они должны подсыхать? Вообще. Сама ее не должны. Тогда вот так прям в тарелке ее возьмете. По-другому тут никак. Правильно? Мы не сможем их положить. Шарики тоже надо добавлять. Можете вот даже три тарелки сделать. Вот три тарелки и с собой возьмите. Нормально этого? Нормально. Это даже много. Ну, я имею в виду, для улицы это пойдет. Даже пикник. Я да. Вы будете самые модные, самые красивые. Да. Ну, мы пока что организуем. А губка, насыпь еще. О, да кто мою умную Барби взял? Это моя была Барби. Ну все, посыпка закончилась. Ну все тогда. Я думаю, это достаточно. Вот эту вот доделывайте, а то потом эти шарики нафига не нужны. Бедная Джанет. Вообще-то она... Ну что, Джанет не обеднеет. Джанет, и ей сколько? Тоже даю. Она и съедает, и делает. А ты не обеднеешь же? Джанет, открой рот. Джанет. Моя бабушка. Джанет, делай вот так.
Цветы мою Барби. Она не готова. Подожди. Между прочим, они твердые. Вы не обольщаетесь, что прям вот вам так будет по кайфу это есть. Чем больше вы их кладете, тем больше у вас будет хрустеть во рту. Оно оно очень такое тверденькое, я скажу. Посыпка тоже твердая. Вот именно. А ты какой думаешь, чтобы она была мягкой? Она не. И не все это было мягкое. И не вкусное. Ну да, она красивая больше, сыпать, чем... Перестань сыпать, ты что, не можешь просто вот это вот? Да нет, я другие сыплю. Красота какая. Смотри, мам, какая красота. Смотри, да, вот на одну тарелку сейчас все и хватит. Да. Давай сюда клади. А вы тут всю посыпку можно просто захавать. Можете потом вот сюда посыпать в конце. Не надо. Джанет, давай мы прям вот сюда вот так посыпем и потом это все делаем. Давай. О, смотри. Все, Джанет, у тебя смотри, какая конфетка получилась. Съедай. Это что она делала-то? Это ее личные печенюшки. Знаешь, я больше этим не буду давать. Съедай, да? Не больше надо. Я просто взяла звездочку, потому что надо вместе. А эти не прилепляются, да, шарики? Нормально. Прилепляются. Между прочим, это секрет подушки. Они их добавляют в леденцы. А вы знаете леденцы с жуками? Есть. Кстати, не надо трогать енотов, они опасные. Да. Еще улитки. Они пухнут. Еще улиток лучше всего готовить. Улиток готовить? Нет, в смысле... трогать. Они переводят всякие вещества. Да. Вред. Мы сегодня смотрели видео. Да, понятно. Чем-то хочется съесть. А сейчас не сезон улиток. Сейчас их не увидишь. Летом. Сейчас жучки, мотыльки какие-то летают, да, бывают. А жуки остались. Знаете что? В мае, в июле. Я в лесу увидела енота, и он такой за мной поправил, брался все сходить, потом... Я тут в кустах, и меня кушали енота. Я просто их не пугаю уже от мамы. Ты будешь на зубе печь, а это будет сон. А что? Кисточки, они везде нужны. Кисточки везде важны. Вот посыпка получится. А ты посыпь вот так, потом в конце там останешься. О, я помню, я делаю. У меня такая красота. Я подегустирую одну печеньку, можно? Нельзя потом. На пикнике. Почему? Тебе больше всего шарики, да, понравились? Ты решила? Да хватит отсюда эти шариками. Это другие шарики. Мальчик. Что взять? Футбол, да. Кругляшки, я разные. Я на бокс сходил. В 2021 году ходил. Вот этот мед очень белый, как сказать. Смотрите. Да, верно. Мам! Небольшая изюминка и становится в два раза. Мам, смотри. А я буду кидать на изюминку. Ну что, все? Я такое делаю.